вообще очень плохо слышно. Порывы такие. Вот, я отсоединилась уже. Сейчас будем загонять. 40 тысяч. 40 тысяч примерно он весит. Он здесь уже не дует так сильно. Посмотрим сейчас, как оно будет. Подсоединюсь потом, сколько по весу. Ширину сейчас померяю, ну и высота что-то меня смущает немного. Сейчас посмотрим. Такая вот тут вот канитель. Они всем так кладут, но неспокойно мне, неспокойно. Сделано это для того, вот эта вот часть на гуснек кладется, чтобы убрать здесь высоту. То есть его более-менее туда загнуть, чтобы здесь чуть-чуть ушла высота, и мы впритык. Чтобы не брать пермит на высоту, естественно, чтобы им не переплачивать и так далее. Он мне просто сказал, ну, тот грузил, сказал, что кинь цепь вот сюда, типа он прижмет. Но доверия им нету никакого, потому что им-то пофигу, как я повезу, а мне вот нет. Поэтому я кинула сюда по две стропы, хорошенечко затянула барой. В общем-то, вот этот брусок его прижало. Плюс, естественно, цепь у меня тоже натянута изо всех сил, которые у меня были. Вот. И у бары. У меня и у бары вместе. Together. Бара. Значит, и здесь крест-накрест цепи впереди и крест-накрест сзади. Вот. Для большей устойчивости. Кто-то спрашивал в комментариях, зачем крест-накрест цепи кидают, почему нельзя. Потому что нельзя. Вот отсюда, если бы я натянула цепь вот сюда, оно пошло бы через колесо. Это неудобно, это портит колеса, это надо сильнее затягивать, потому что резину все равно цепь будет прожимать. Зачем мучиться, если можно крест-накрест натянуть
и держать они будут также. То есть здесь уже по ситуации надо смотреть. А вес 25 тысяч паунд легкий. Вот, поэтому он у меня вообще как бы закреплен. Ну, в общем-то, если считать, как DOT считает, то 5, 5, 10, ну, то есть на 20 плюс стации, там, на 25, в общем-то, мы и затянули, вот, но если считать, что цепь держит по 10, то, в общем-то, он затянут на 40, ну, там, плюс стации, я не знаю, 50, допустим, 45 делим напополам, там, 22,5. Короче, она должно оно как-то держаться. Вот. Жду уже здесь, пока заказали пермиты. Ширина у него 10,7, где-то так получилось. В общем, по фите торчит с каждой стороны. Вот, напополам. Еще бы чуть-чуть, и все, я бы не могла его взять уже без досок, без движения троянкласа. Потому что, ну, это уже опасно. Но, в общем-то, пока все. Ветер здесь, друзья, очень жуткий просто. Я уже так устала от ветра. У меня вообще тут месяц какой-то ветреный в плане работы. И вечный просто вот постоянного каких-то вот ветров. Начиная вот как в Тексас я поехала, вот с Оклахомы у меня начались ветра просто жуткие. И вот так это все продолжается. Весна такая, погода. А холодно еще вдобавок ко всему, но я люблю крепиться, когда холодно. Не люблю холод, но вот грузиться, вот это вот все, вот зато не жарко. Теплая одежда у меня навалом, так как я мерзлячка, вот. И, в общем, все, сейчас ждем пермиты, везем мы его, куда мы едем-то, на Мичиган, мы едем на Мичиган, разгрузка, по идее, послезавтра, я думаю, что послезавтра утром, не будем загадывать, но должны, наверное, послезавтра утром его довезти. Все, сейчас ждем пермиты, и выдвигаемся. Двигаемся. Добрый путь. Can you tell me your secret?
Спокойно подъехал. In 1/4 mile, arrive at 91-23 grade. Мужчина подъехал и говорит, а ты чего тут стоишь? Я говорю, а я ищу заезд. А, вон, немножечко я не доехала. Вот, но адрес куда привел, туда привел. Сейчас будем поворачивать. Просто надо сейчас будет отсоединяться. Мне нужно сразу встать так, чтобы мне отсоединиться. Чтобы потом не было проблем с подсоединением. Поняли. В общем, идем разгружаться. Ферма, прекрасные люди, все как всегда великолепно. Вот здесь вообще, в общем, очень-очень все мило. Коровкам я вас не поведу, потому что, ну, так не принято, все-таки это личная территория. Я сама к ним не ходила, хотя я бы сходила. Вот. А, все, разгрузились, едем за следующим грузом. Спасибо, что вы со мной.